Сегодня у нас, мы собрались здесь и на этом митинге в связи с тем, что у нас вторая годовщина аннексии Крыма, да, собрались здесь все наши крымчане, так как наша громадская организация «Крымские татары в Волыни», и наши все вот с Крыма, да, то есть, и, естественно, сегодня у нас вторая годовщина там героям Небесной Сотни. Мы за это и вышли сюда, да, чтобы вернуть тот Крым, да, вот, чтобы Крым быстрее вернулся. Для этого мы собираем вот такие акции, да, вот частенько собираем, да, вот следующая акция, я так думаю, будет 18 мая. Завтра у нас день крымско-татарского языка, вот день мовы нашей, да. Как-то так. Вот сьогодні в два, в три в одному. Сьогодні річниця анексії Криму. І ми тут зібралися, щоб знову показати, що ми проти цього були. І приїхали сюди заради того, щоб не жити у Росії, яка поводить себе нечемно. Уск прийняв. Привітно дуже було. Вже привикли тут жити. По Криму, ну, лично я не очень скучаю. А чому? Ну, коли я приїхав сюди і наблюдав за народом тут, то я зрозумів, що тут люди гораздо краще, ніж в Криму.